Друзья мои, всем привет! И сегодня вашему вниманию я хочу предложить салат «Пупки по-корейски». И для начала беру лоток с пупками. Это примерно где-то 800-900 грамм. Мне их нужно разморозить, помыть и отварить примерно 1,5-2 часа максимум. Отвариваем обязательно в соленой воде. Итак, нам понадобятся отваренные пупки, мы их остудили после того, как приготовили. Две луковицы средних размеров. Три дольки чеснока. Также я взяла готовую корейскую заправку для хе из курицы. Ее можно заменить 9% уксусом. И, конечно же, соевый соус. И для начала берем пупки. Нужно их порезать, в принципе, в произвольном виде. Можно соломкой, можно кубиками, как вам будет удобно. Кто хочет помельче, кто хочет покрупнее. Это тоже на любителя. Далее нарезаем лук полукольцами. И выкладываем его поверх куриных желудочков. Чеснок мелко режем или пропускаем через чеснокодавилку. Ставим на газ сковородку, наливаем примерно 50 грамм масла и накаляем его. В раскаленное масло добавляем чеснок и буквально 2-3 секундочки обжариваем его. Затем получившееся чесночное масло выливаем в горящем виде на лук и все хорошо перемешиваем. Затем берем нашу готовую заправку для хе из курицы. Открываем ее, выливаем в салат и снова все перемешиваем до однородной массы. В таком виде она должна у нас промариноваться в течение 12 часов, то есть обычно я делаю это на ночь. Добавляем специи по вкусу, это может быть паприка, перец, все что угодно на ваш любой вкус. Если хотите поострее, обязательно добавьте красный перец. Заправку можно заменить 9% уксусом. Если заправка не сильно соленая, обязательно добавьте соевый соус. Или же просто посолите. После того, как все промаринуется, можно кушать. Приятного вам аппетита!